Крестый баф. Блин, где НПЦ стоит? А, все. Я буду ставить метку и говорить, как ему что подбивать. Вот козырь будет подбивать, я пока все. Селена тоже сможешь подбить по команде. Пыткой просто. Не-не, ты в ШП. Ты в ДС сейчас, просто 3 хила есть. Давай в ШП быстрее. 4 даже хила есть. Джесс, чё ты не спикнулся в танка? А массовы нету? Кипение, сука, заканчивай. Так, главное сейчас не смеяться с ногом. Бля, я пропустил, а что там было? Ты не подставишь меня, я не скажу. Джесс, ты не спекнулся про топану. Так, один моб вышел. Я сам подобью звездочку. Пушки никто не юзает. Козырь подбивай, кружок забери. Сейчас еще один пак выйдет и спустим вот быстрее. Ее надо поднимать? Не надо, я же говорил, не надо поднимать сейчас. Сейчас еще один пак выходит. Ромбик, козы в трусы, Селена. Не агрите, а уе, дамаги. Вот у мутан держит еще одного. Все, опускайте босса. Я пока подобью. Куловый, который подбил. Да, подбивай немного. Звезду козы подбей немного. Не трогайте звезду. А там не звезду ты съедят, там дот может. Да. Спасибо Джезу, что не спекнулся в танке.
Ну, справа все мобы вышли, которые нужны. Звездочку, козырь. Кружок селим. Сейчас еще пока ждем. Выходит трэш, Этернити, смотри. Справа еще один моб. Слева. Трусы не бить. Трусы не бить. Там еще один. Козырь, трусы, Селена, ромбик. Сейчас будем спускать. Спускаю? Да, спускай. Подводи потихоньку. Подводи трэш. Никто трэш не бьет, кроме пристов. Пытками подбиваем. Можно вопрос, а что ГП ты не начинал? Ты не спекнулся, протопал. Я не слышу, что мне говорил, сам ты спекаться. Ты просто отходил ФКшить. Нет, я не ФКшил. Я был запустил босса, когда он не спекнулся, протопало. Ты сказал, Этернити, мутанты, воид. Ты запускать босса, когда не спекнулся в танка. Сейчас бы умничать. Покидать просто ГП. А так, он, возможно, смотри, из-за меня не спекнулся в танка. Так достаточно. Кстати, сколько у босса было хп? Фул хп, мы любили его. 60%. 60%? Хорошо, тогда сейчас протокол подводит этих мобов, мы переводим босс. Так, козырь, квадрат, Селена, кружок. Селена, нормально еще. Так, похильте звезду немного, я контроль заложу. Все, 40 секунд. Забирай звезду. Похиле. Еще мобы. Смотри, сейчас мобы поставлю меточку. Забери череп. Один моб только вышел, туда череп. Козырь, сыграй в череп. Макси, подними Вуди Айлена. Я запускаю босса. Переводить его? Да, переводи. Только смотрите, не зауешьте трэш. Засчитала. Еще одного, 6 всего защитника. Хуёво. Не пойдет он еще. А зачем мы перевели босса, если еще 5 минут до берсерка? Потому что пушки багаются.
В прошлый раз почему-то ничего не багалось. Потому что она взлетала два раза, или три. Надо просто падать, потом гаситься. Так, надо кому-то пояс. Кто на танке ролит? Да в основном это на притопало и надо. Ну я роль на холле пала, есть что. Ты Джесс на кого? Я ни на кого не пытался на кого. Олег. Разрушитель на ханта зайду, там ботинки надо. Тогда получается я на успею выбирать. Меньше кого-то надо? Да, не надо, сейчас я лагу и кружусь. Ну, трансфон не надо, в смысле. Если там кому-то надо, капец как, то бери. Кстати, мамонта. Стой, стой, козырь. Спасибо. Бля, Лёв, дай мне соточку, долбей, денег нет. Спасибо. Поставь еще раз, пожалуйста. Я не починился. Спасибо. Да зачем, Олег? Я ж не на фул в ЖК иду. На какого босса? Так, ну мне там надо Фрея, потом генерал и Йок. В основном там бессмертие мне надо. А, Мимирон, Фрея и генерал Йок. Только это вряд ли бессмертие. Не, ну все равно, может, мало ли повезет. Аурая, а что за босс Аурая? Как он выглядит? Это который с кошками бегает. Вот она мне нужна. Это Аурая, да? Да, я ее. Я перепутал с Рей. Аурия, самогон. Аурия. А? Как ты сказал? Аурия. Аурия? Да. Погоди. Я сказал Аурая. Так правильно. Аурея, все верно. Английский пишет Аурия. Мы играем на русском. На английском пишется певчая, на русском додик. Ой, блин, я это случайно сказал. Зачем ты посмеялся? Бедный. Бедный самогон. КП. Дверь он тоже написал, короче, тикет насчет этой шмотки, потому что две одинаковых вещи купил. Он сказал, типа, можно, если ВПЦП отписать. Будете вернуть. Благодарю мутанта, типа, вписал в этот тикет, понял, тикет сделал в игре. Спросил, можно ли, если не ту вещь купил, бонусы вернуть. Вот мне сказали то, что типа можно, но надо не цепляться, я просто... Я 5 лет назад писал тикет, и мне ответили спустя 5 лет.
Да. Нормально. Я не отвечаю где-то за сутки. Все время, когда я пишу, что... Привет, на скринях уже другой тикет. Дайте карту. Мне до сих пор бонусы не пришли, я бы себе уже задонатил осколки на Волонир. А сколько тебе бонусов? Идеально, поставь шкаф. Ну типа 500 и там еще 250 за какой-то параш. Так ты что там выехал эту фигню какую-то? Че, это откат? А не. Подожди, вот. Джерри, на лёд, ты там выиграл? Да. Че? Ты выиграл там? Третье место, третье место. А кто тебя нагнул? Две ничьи меня нагнули. Время, которое так быстро заканчивается. Да, там, короче, последний бой был против совы. Если бы я ее выиграл и не сыграл в ничью, я бы был бы первым. Но, к сожалению, сова, бля, гандон тупо бегал и хилился. Ты бы еще с Энери бы дрался, не забывай. Не дрался бы, потому что у меня были больше крутые соперники, Клуберс, АФК, которые по коэффициенту Богохульца опережали Энеру. Если бы я выиграл у Пожужим, у меня бы Богохульца было бы 30. А в Энейре 29,5, и то есть победа моя. Все, запускай босса, просто убиваем. Ты же дрался с Клуберсом, с АФК, с Эром, с пацанами, которые выигрывали 4 раунда подряд. Короче, мне надо пойти на 2 минуты. Бери из ПД, давай рост. А Клуберса ты тоже победил? Убил Клуберс. Что-то он уже со всеми играть разучился. А сейчас бы ретрику за... против... Сейчас бы ретрику декой проебать, это было пиздец бы, если честно. Было тяжко, у него был спет, ебучий колубла, там тупо отхиливался. Ну на кайте. Так он уже сколько не играл. На логане арене. Какая разница, где ты играешь? Ну, на первом логане. А, он туда ушел? Да. А ZMBS вообще кому проиграл? Зомби Нейри проиграл. Пиздец. Там просто было пиздец, там я сам даже не ожидал там. Короче, начинается бой, он сразу прожимает крылья, кидает джагу, буря, экзорцизм, зомби остается 3 кхп, я сам уже хуел. Но зомби тоже, походу, не ожидал такой хуйни. О, осколок хорош. Он, наверное, Дани решил сменить ротацию боя. Ага. И зомби не ожидал. Бой против Эру там тоже был пиздец. Эргорд? Против Эру, против ШП. А, тоже... я понял. Он да. Тоже не ожидал такой фигни, я тоже, короче, я сделал спек себе, типа, на печати эту чалинкану. И, типа, шокфир там когда было меньше. Смотри, короче. А там, кстати, шмот можно было менять? Да ему там мод дали. А термин тебя на мейн ролишь? Олег, ты тут? Да. Олег, я зайду фотоном на этого босса тут в одном. Или вы от чего хочешь делать? Какое чего? Я там знаю какую, я с тебя спрашиваю. Мы просто убиваем босса. Хорошо, тогда я зайду. Только на этого. Не знаю, вы хоть прекращайте говорить, когда я разруливаю вещи, потому что у меня микрофон сел и меня не слышат люди. А, окей, я просто говорил про бой с Клуберс. Да, там можно было менять шмот, спек, символы, камни. Короче, можно было под бой полностью, типа, как хочешь, подготовиться.
Антон, принимай пати. Угу. Сейчас я повороте выйду тут. На офспек надо кому-то тапки. Это, о, что это за тапки, лапами? А? Да. Не, не надо. Там против, короче, против боя Ёлочка гори, когда я дрался, он, короче, забился в деф полностью и тупо бегал, хилился. А там еще 200 пинга был, я тупо догнать не мог. Альфонс выиграл тапки. Ах, просто убиваем, делаем быстро разборку и все. Чек на пул. Дайте каску, какие-нибудь ханты. Дайте каску по лопу. Каску, дайте лапу по ханту, по шипе. Давай, хавкер, с тобой подобьем весь трэш. Мелких вот этих лоботов и буботов. Все, давай мы там начинаем. Кардмат или нет? Нет, просто убиваем босса. Быстрая разборка. Куру дать, блин? Вроде нет. Давайте подбиваем сердце до 2 лямов. Выходит трэш, убиваем трэш. Схавки, давай ты слева трэш, мелких ломоботов, я справа подобью. Этернити, давай, хватай утробовщика. Все, переключились трэш, сердце не бить. Залили трэш, сначала в трэш сыграли, потом в босса. Тут 3 больших моба, ну надо слить. У них клип. Этого я не знал, тогда надо становиться за спиной. Это не хардмод. Давайте опять в сердце сыграли. Все, хватит бить сердце, играем в трэш. Тернити забираем мобов. Справа один там бочек. Там оботов подбивайте. Так, кому-то надо посох? На Ферала? Или на кого это? На ханта? Ему надо, брат. Я Олег Минутов, ИК. Плечи на холе креста, на эрдру. Так, топ ДД, топер ДД, эти ботинки. Сейчас фастом плюс 0, да?
Не, сейчас молгейма будем убивать, бессмертие Калагарна, бессмертие Аурию. Потом Фрея Хардмод, пожарный. Ой, как его, Мимирон без... без смертей и так далее. Привет. Жесты тут, Этернити. Играйте в звездочку. Он еще глаза пихуярил, Калагар. Хавкер, оставайся на ханте. Или кем ты пойдешь на логи? Да я могу, могу. Пол ханта. Не все равно в комнате кем быть, да? Ну желательно бы ханту, магом там как-то особо у меня не заходит. Тоже заходи на ханта. Угу. Черт, давай. Все под ногу. Танки согрейте звездочку. Только осторожно, не весь трэш. Слезы будем делать, то мне там навары либо на мага надо будет. Ну, плащик упал. Плащик на ДЦ, на поле пала. Кому-то надо. Ладно. Шаман, так шаман. На совете хард мод? Не, на совете Малгейм мы последним убьем, его вообще еще давно не убивали. Надо три танка. Да, если последним мы убиваем Алгейма, он вызывает мастер-портал, из которых выходят мобы. Если эти мобы доходят до рейда, то он они ауешат, поэтому их нужно сразу сливать, вот РДДшки, присты,
маги. Ауе дамагом сливаем трэш. Там два столба от магов и вот две огненные ловушки от хантов и пиздаем. Ну и гроза там. Так, мутант, ты танчишь Брундира, Этернити, Малгейма, Джесс, Сталилома. Спекайтесь в танка. Сначала убиваем Брундира, потом Сталилома, последним Малгейма. Слезы сделал. Единственный, кто сдержал слово. Каску по плестам дайте. Че он сдержал? Ну, я про себя говорил, что буду ходить в углу. Так, АДК каску дайте тоже. Кто каски раздает? Кто кулаки раздавал? Так, каска на АДК есть. На плестах тоже есть каска. Кто бафает каски? Все, разбирайте своих боссов. Играем в Брундира. Так, это синий уже пропало. Плохо. Убивайте по возможности каст. Тотемы поставьте. А, все, вижу. Джесс, бафни каску по себе. Сейчас каску надо будет сбить. Сейчас опять каск будет. Сейчас убиваем буревестника, становимся в синюю лужу, подводишь сталилома в синюю лужу, быстренько сливаем. Магик, воруйте демонический щит с босса с молнией. Ну, тогда остановитесь уже в синюю лужу. Так, если будет желтая лужа, даем сакру. Так, рейндж набрали, сейчас по идее должна быть желтая лужа. Вышли с желтой лужи. Так, вышли, опять встали в синюю. Нормально. Подведи сталилома в синий кружок. Альфонс, выйди. Мутант, выйди из желтой лужи. Тернти, подойди ближе. Ну, блин, не давался мне. Так, сейчас будем бить Малгейма. Он вызовет маленькие порталы, по-моему, их два будет. С них мобы пойдут, на рейндж встали, от мобов отбегаем. Сакра без КД, плюсики поставьте. Так, вот руны призыва, знаете, отойдите от руны призыва возле синей лужи и играйте в трэш. Трэш выходит. Отбежали от лужи. Хуевгин. Блять. Давай сатаку. Ну да, я уеду туда. Иссушением по боссу играйте и убивайте мобов. Они должны заливаться.
25 хп. Все, становитесь со всеми уже, окей? Бежали от желтой лужи. Не убивайте уже босса, сейчас подведите руны призыва с них мобы уходят. А он не сделали. Блин, по идее надо, чтобы два ханта в эту лужу кидали. Ловушку. Нет, там как только она появляется, кидают ханты эту Гранд Стрелу и Гаузу туда, на руны кастуют и все, и там никакие мобы даже не выходят оттуда. Потому что все туда ОЕ отдали. Ну все, теперь будем знать. Да всем похуй, я сказал, никто ничего не отдал туда. Ну я просто не скомандовал. Суммоните, пожалуйста, я за урон вопрос на секунду. Так, тело на Ретрика. Альфонс, ты на ДК своего рулишь, верно? Делаем ставки, нахуй. Так, сейчас посмотрим. Ваншотит только левая рука, верно? Да, точно. Сейчас попробуем слить под... слить первую руку слева. И подростом убить, не сливая второй руки. Давай, как? Козырь. Пока ее сливают, все равно надо девку отдать. Ну это понятно. Ну, заодно типа затестим. Ваншотит ты когда левая остается только, да? Макс, у тебя есть кто-то другой, чем игрок? Да. Шеф, дай, ма, шаман. Нет, второй спех какой. А, медведь. Спекайся в медведя, поддержишь трэш. Не выключу. Будет ДЦ, будет Эршам. Один ДЦ и васабик с черным лимоном. Три хила. Так, первый ловит босса Void, второй Джесс, третий Этернити. Мутант, Джесс, Этернити. Макси на трэше. Чек на пульт. Мутант куда сразу... Куда трэш выходит? Кулак, господи, контул. Лапку. Откуда трэш выходит? Просто по центру? Да. Если мы выбиваем одну руку, с нее падает 5 осколков. Дайте бафы по хантам и по пристам. Потом снимайте руку какую? Правую или... Правую. Правая рука подписана, звездочка. Потом вливаемся только в босса. Посмотрим ваншоты и танков с той рукой. Просто та рука, она ничего такого не делает. Только станет. Скажу, когда сакру дать. Хорошо, паладины, давайте разберемся, кто бафает каски. Джерин, что ты бафаешь? Кулаки и шхолипал. Кулаки, кресты и кулаки, если чё. Кристаллы, кулаки, Этернити, что ты бафаешь? Все, я понял, кто тупит с бафом, Джесс. Чек на пул. Так, мутант пошел. Прожми незыблемый сразу. Играемся в правую руку. Под босса все встали. Джесс, забирай босса. Быстро в правую руку сыграли. Осколки нас всегда забирают. Все, в тело сыграли. Этернити, забирай босса на себя. Скажу, когда рост дать. И когда дать сакру. Сейчас мутант ты должен будешь забрать босса на себя.
Мутант, забирай босса. Джесс, давай каплю на мутанта. Да, давайте рост. Нет. Этернити, давай каплю на Джесса. Джесс, забирай босса. Все влево, в правую руку сыграли звездочку. Все в звезду сыграли, быстро. Вера еще есть. Этернити, забирай босса. Да, вот сакру. Добивайте босса. Мутант, забирай босса, прожмись. Здесь еще есть. Этернити, если есть капля, кидай на мутанта. Вот. Невероятно. Просто про левую руку не ваншоты, это она просто станет танком. Правая, да и ходит. Так, сейчас попробуем без смертей сделать аурию. Хила? Нет, не надо хила, здесь нужен дамаг. Так, треня на милика, по-моему. Надо кому-то? Ставила роли Холипала, да? Может, на Ханта зайти, там дамага побольше? Джесс непонятно на кого ролит. Ну, видите, что именно танка, а мы тут даёшь, значит, я ролю на ДД. Ты ролишь на кого, на танка? На ДД. Очистите пока трэш, сейчас раздам эту всю фигню. Без тела для РДД хила. Подведи мобок, мобок. Хороший рог. И справка. Кого больше? Варенька выиграл. Ну, блин, нет. Не, не выиграл, не выиграл, не больше, смертей. Ставьте шкаф. Поднимите людей. Значит так, тактика какая? Надо быстренько слить мобов. 4 кошки. Мы их сливаем. Потом рейд становится в одну точку. И 2 протопала. Вы должны быстро среагировать, прожать даун на дикого защитника, а мы его залить. После чего мы добиваем босса. 7 минут рост. Давайте тогда пойдем еще налево трэш побьем. Нужно без роста попробовать, тогда будет 2 защитника. А если с ростом, то 1. Убрать рикоспек. О, стоять, стоять, там босс. Да, в ретрика спекайся. Я думаю, васап, черный лимон, козырь захилит, а ты все равно не отхилишь ваншот от дикого защитника. Тут все решает протопал с реакцией. Защитник не станет, если что. Я говорю, его таунтить надо, не станет, а таунтить на себя. Длань возьми. Посмотри, что тут визитка написала. Ну, да, он не станется, тут дудитка. Стан уже не работает. Но работает таунт. Было бы намного проще все. Давайте, чтоб легче танком было. Козырь, ты на себя можешь антифир кинуть. Ваша мана в одной пати с двумя протопалами из БДК. Поставите тотем антифира. Чистим дальше. Надо к мобов. Идем пока зачистить весь трэш. Надо, пускай рост откатится.
конечно, если вы согреете босса случайно, это будет очень плохо. Откуда мы спустились теперь? Выводим отсюда. Что вы сделали? Постаньте мобов, их можно постанить. Джесс, застань и убегай. Да, только перед мордой мобов не стойте, они молнии ваншот не треет. Стойте сзади мобов, ведите танки мобов. На лестницу ведите, кто там? Да проще уже упасть там и рост скинуть. Идите падай. Зачем проще, там же полрейда сдохло. Да видите, тут есть люди. Они, кстати, еще и прекрасно теряются. Теряются, охуенно. Все не человек умер. Заведи их в уголок туда. Это кто агрил? Какой-то хан. Хан какой-то агрил. По-моему, не глаз. Держи ГП за сын. Нет, это мне кидает. Я Ну все, да. Тотем уберите, тотем с лестницы уберите. Че, сейчас танка нету, что ли? Были же танк. Убила. Меня убили. Пиздец. Вы слышите, что я говорю? У нас рост. 5 мин КД. Идем бить трэш. Почему? А, ну если мы сейчас убили, упадем, почему? Кстати. Мы будем без КД. Сейчас этого убьем, который в эфире. Второго убьем. Давайте, собирайтесь, босс. Изи убивают, все оказывается. Просто фир кидаешь через кафт и все. Я же говорил, просто станет. Простите людей. Сколько рост еще? 3 минуты. Стойте там, где стояли, я пойду вон там мобов приведу с этого, с Везекса. Если не могу, конечно. Сейчас 4 моба идут к вам. Где звезда стоит, там где стоит ТТР, идите квадрат. Мы должны двух мобов развести в разные стороны, мы их зальем, потом будем бить босса. Там же вы протопалы будете стоять, когда появится дикий защитник, и вы его на себя ставите. ТТР, идите, макрос у тебя есть? Макрос на таун с этим мобом. Джесс у тебя есть? Я так там ничего. Я помню там, как ты стаунтил в прошлый раз. Или ты. Меня перетаунтили его, если что. А Макси зачем мне бить? Я тоже забыл просто сказать, спекайся в РБ. Хотя, тут в 3 хила хватит. Можешь подамажить медведи. Дамаж медведи, короче, если там. Смотри за диким защитником, тоже можешь стаунтить его. Там 3 хила хватит. Сколько у нас еще времени? Ну, Олег, я тебе написала, я могу на Богдана с собой, но ГП мне, если что, клепает. Благодарить хантам. С
фристайла уофнулся. Джерин, давай кулак ханту вместо креста. Фристайла уофнулся. Так, босс подходит внимательно. Кулак. Офнул кулак, че умирать? Танк вперед. Два протопала и БДК вперед на позицию. Все, идите, протопалы. Агрите мобов. Отойдите от мобов, они будут прыгать. Сначала играем в трэш. Джесс, подведи мобов вверх. Почему ты уходишь в угол, тебя нельзя захилить? Очень плохо. Играйте все в трэш. Отведи трэш в колонию от босса. Сыграли в последних мобов и стоим в звезде. Давайте рост. Встали в звезду и бьем босса. Дуду дипка, если не кидал антифир, давай на мутанта. В звезду абсолютно все встали, в звезду. Луч будет за спиной у звезды. В одну точку надо встать сейчас. Появится большой луч и выбегаем потом прямо. Так, пока мелкий трэш выходит. Так, вы выбежали прямо. Агрите дикого защитника. Все в дикого защитника сыграли. Отведи дальше дикого защитника, Джесс. Встали в звезду, поворачивай босса в звезду. В звезду встали. Поверни звезду босса. С этой лужи выйдет второй защитник. Нужно будет стаунтить его. Десять секунд до защитника. Внимательно. Два протопала, Мишка. Защитник 3 секунды. Все, защитника сыграли. Звездочка. И стоим перед боссом и бьем звездочку. Косты сбиваем. Давайте, два, разбиваем косты. Опять в звезду встали. Встали в звезду, служи вышли. Не поворачивай босса, поверни в звезду. Добиваем босса. Так, вот, сделали мы два босса без смертей, которых давно не делали. Так, идем дальше. Так, кожа. Хавкер, надо тебе? Да давай, кстати, ботинки-то надо кожаные. Кстати. Да, сейчас собрали. На белой ножке не наступайте, идите в квадрате. Можно вчера? И будете сами тончить, блядь. Сейчас, секунду, подожди. Тапки на холи приста. Ты на холи приста рулишь? Ладно. Заходи, вот, секунд, заходи на какого-то ФДД. ФДД. Один дрейд, ничего. Ну, оставайся тогда. Просто на Хадира там надо... меньше хилов, можно меньше хилов. Я могу венков скипнуться. Блин, у нас, по-моему, даже 5% крита нету, да? Ну я бы на Богдана с собой могу зайти. На Селе МДК есть, так что нормально все. Черный лимон будет хилить. Козырь может в ШП. Да, будет хилить козырь и черный лимон. Так давай, пусть козырь в ШП, и я останусь. Ну да. Сейчас. Какая разница? Олег, ты можешь мне замену найти? Не знаю, вряд ли. Это незаменимый игрок, наши деньги. Самонетик этим бежать. Это была хорошая шутка. Да нет. Но... как? Где мне протопал, я не знаю. Ну, придумал протопал, он реально больше понадобится.
подходите к скробам. Селена. Три сугроба передо мной сагрили, я видела специально, кто, молчу. Я пробежала давай, случайно, давай, обязательно давай, покомментировала. Давай, Николас давай. Еще сагрил. Я сагрил один, не знаю, кто два сагрил. Николас, Бобоб, Селена, кто еще? Это понятно, у них, короче, кожевничество вкачанное, это стоп. А при чем здесь кожевничество? Ну, кожу с ним драть можно. А вот не буду палить, кто еще сагрил. Это шкура дёрца, а не кожевка. Все, прекратили флот. Так, надо добрать одного человека. Желательно сову. Танка найди, потопала, потому что не уйти надо. А, я зайду на сову, блин, я же спрашивала. Заходи. Что, самогона кикнул? Кого? Что ты самогона кикнул, говорю? Я не кикал самогона. Я сейчас стою пожрать. А вот сам ушел. Маги, дайте столик. Бля, я кинул перчатки эти на ролл. Или сандалии какие-то. Никто не поролил их. Че-то я не выкупаю. Прикола, мутант. Можете тут не сдохнуть, мы ходили. Давайте шкаф поставим. Так, сейчас я поменяю в пати всех. Сейчас, секунду, подождите, пати раскидаю. Джесс в ретрика, Этернити в ретрика. Козырь в ШП, Васап Эршам и Черный Лимон Эршам. Два хила. И мутант в ДК. Кролик, можно, если ГП, то на моих кого-то, да. Хорошо. Бахните каску, пожалуйста, посылу. Кавки, жизнь подойдут. Маги, вот вы как ставите столики, так я вам потом кавки бахнуть буду. Жизнь подойдет и тут. Ты не вылетишь. Спасибо. Нас тут. Так, все готовы, пошли. Сначала разбиваем склепы с НПЦ. Сейчас они появятся. Это тоже ачиво. Постоянно двигаемся, смотрим на меточки. Свои дебафы смотрим. Маленько просто двигаемся. Апплбокс двигаемся. Селена, для нас. Так, давайте все в череп встали, у него баф. Враг шазы. Получаем бафы дополнительные. Постоянно двигаемся. Сейчас будет... замораживание. Две большие метки появятся. Становимся возле них. Встали возле них. Ждем снежный ком. Все, забежали. Забегайте быстрее, чтобы не заморозились. Так, никто не заморозился. Давайте, выбежали. Дебафы все скинули. Играйте в склепы, чтобы получить дополнительные ачивы. Следим за дебафами. Васаби, Джерис, ПД, двигаемся. Так, в козыря встали все, в череп, у него баф, грозовая туча. Так, встали на границу с метками, ждем снежный ком, забежали в снежный ком, быстрее забежали, просто двигайся,
Так, никто не заморозился. Отлично. Двигайтесь заново, бейте склепы. Мазь диспел по рейду. Диспел. Две атаки, бастака, ну. Двигайся, 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 двигайся. Склепы разбили. Первый раз вижу, чтобы всех заморозило так. Добивайте босса. Так. Странно. Должны были сделать похолодание. Ну что, не сделалось, что ли? Не. А, этот, ой, мороз сделался у вас? Или у всех уже есть? Просто я не... Ну, я не видел людей, которые заморозились, поэтому должна была сделаться. Нет, у меня не сделалось. А тут нет от силы. Кто-то запорол, значит. Все, Олег, мне уйти надо. Не буду утверждать, но кажется, это был лог. Да никто не морозился. Если кто-то замораживается в рейде, на нем вешается склеп, дебаф, и его надо разбить. Мы ничего такого не делали. Ладно. Так, кольцо на РДД. Передам потом тебе, Селена. Чедник надо кому-то. Вон, ты был при убийстве босса Аурии Варнсера. Я отдал перчатки Хавкеру, потому что их никто не ролил. Ты. Народ, кто-нибудь подскажет на посланника, что нам все там идет? Или там фунт сюда? Мне надо отойти на 2-3 минуты, бейте пока трэш. Будем делать не стой под молнией. На кого? На ШП или на кого там? Да, на ШП, на ШП. Смотри по статам. 4 куска. И сравниваешь шмотки, которые в офсет идут. Какие по статам лучше. То есть там по капам сначала метность, уверенность. Смотришь, ну там особо много тренинга их, ну там плюс 20 косты, плюс 20 СПБ, ну что-то такое. Перчатки с оголовом, там два камня. Да. Обычно с героических режимов десятки идут шмотки с соки. Вот они как бы считаются лучше. Но это опять же тебе надо пересмотреть все варианты. Интересно подбивать характеристики до максимума. Так, я думаю, разницы нет. Главное, что получится. Ну понятно, и был там другой, я так понимаю. Спасибо. Там, по-моему, через это. Ну, да, через взрыв. Что на соперните мутанта. Вы знаете, как делать это чего? Мутант знает. Интернет. Без смертей сделаем? Можно попробовать. Все просто должны встать на рейндж. Мелите после того, как танк будет отводить босса к стене,
поворачивать его задницей к стене, чтобы на нас накидались молнии. Вы тоже должны выходить на рейндж. То есть отбегать от босса. Скиньте, пожалуйста. Здесь нужен ДЦ без смертей. Поставьте шкаф. Козырь сейчас пекнет с ДЦ. Попробуем сделать ичего без смертей. Так, где она здесь у нас? Кафните, пожалуйста, вот. Друида. Этернити, остаешься здесь, станчи трэш, мутант, заходишь в комнату, Войд, заходишь в комнату, Джерион, в комнату Маракшас, Маратгас, Васабик, Applebox в комнату. Запомнили, да? Васабик, Applebox, Маратгас. Я не была в комнате. Просто будь мобов. Не срывайте бро. Джериан, Мутант, Войд, Маратгас, Applebox, Васабик, Вуди Аллен. Не, не Вуди Аллен, а Дуду Типка. Давай, Дуду Типка вместо Applebox'а заходишь в комнату. Раздайте. Вуди Аллен не заходит, я так понимаю. А мне можно одеть? Вместо кого-нибудь? А мне можно в комнату вместо кого-нибудь? Зачем? Это ачиво засчитается всем, если у тебя нет ачиво. А, ну это я хорошо. Так, в идеале на заходить или нет? Скажи. Нет, не надо. Давайте под бафом. Опять три. Паладина, фристайла, кулаки, Этернити, каски, Джериан, кресты.